Одну утку нашли, а вторую как сквозь землю провалилась. Какая-то мистика. Тут теряться-то ей негде. Искали, с чего искали, и ничего не нашли. Я уже ее на поводок взял, потому что невозможно. Все, пошли, чего. Друзья, всем привет. Я снова на охоту выбрался. Пару раз ездил, что-то как-то безрезультатно. А сейчас вот ехал по дороге прям. Утки сидели. Недалеко увидел, как садятся, подъехал. Увидел, что садятся две, подъехал, а там их оказалось четыре. Я три патрона зарядил, думаю, как раз хватит, чтобы застрелить. Две штуки, три патрона. А оказалось, что там их четыре. Ну, ничего страшного. Ну, мистика какая-то. Одну не нашел, вроде и упала прямо на чистую травку невысокую. Ну, не нашел. Подняла ты утку. Чего раньше времени? Это тут на какую-то канаву сели утки. Я там их с озерца согнал. На машине проезжала, они поднялись. И перелетели где-то на одну из этих канав. Только... мне за кукурузой не видно было, где именно сели. Ну, сейчас я прогуляюсь, посмотрю, где, скорее всего, они сели. Я думаю, что либо на этой канаве. Что, навряд ли какая-то насильно заросшая. Либо вот тут по полю идет канава. Ну, сейчас прогуляемся, посмотрим. Какой гриб? Вот это гриб. Чего? Смотри, какой гриб. Белый. Чего, где утки? А? Вот это я дал, конечно. Как их теперь все найти? Блин, как я мог промазать, а? Так, ладно, вроде 4 сбил. Вот это трэш. Все, надо искать. Давай, иди сюда. Чего?
Ищи, ищи, ищи. О-о-о-о. Давай, принеси мне, принеси. Молодец, давай ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Молодец, молодец, давай, молодец. Вот это ты, молодец. Все, давай, ищи, ищи, еще. Ищи, ищи. Ищи. Вот, кряквы, отличные. Что интересно, я их прошел. Проходил там по двум каналам и возвращаясь, уже поднял. Чива, иди сюда. Ищи давай там. Нашла? Молодец. Фу, фу, фу. Фу, фу. Молодец. Сережочек, фу. Все, всех нашли. Молодец, Чива. Вот такой четвертый селезень. Всем спасибо, кто досмотрел видос. Вот такая получилась охота. Вчера вечером ничего не добыл. Сегодня с утра вот нашел одно стадо уток. Выбил 4 штуки. Ну... Подписывайтесь на канал, не забывайте оценивать видео. Сейчас уже трудновато стало охотиться. Утка стабунилась в большие группы, ушла на большую воду. Ее в таких местах трудно найти. Она практически их не посещает. Ну, будем охотиться. Всем удачи, ни пуха, ни пера. Всем пока. Чива, ты знаешь, что ты собираешь лайки? Знаешь это? Мокрый нос. Кто такая? Куда ты лезешь? А ну иди на место. Давай, Чива, на место иди. Иди на место. На место. Все, вот там сиди. Сейчас едем на охоту, будешь там мне утку приносить, поняла? Молодец. Вот у меня собака такая. Не забудьте лайк поставить и подписаться на канал. Да, Чива?